Привет, это 15 урок из продвинутого курса по созданию шутера от третьего лица. В этом уроке мы сделаем отдачу при стрельбе из нашего оружия. Работать мы будем со скриптом Character IK. У нас тут как весь IK работает. Когда мы берем оружие, нам создается позиция для правой руки. И все. Нам необходимо будет создать вектор 3 переменную, которая будет являться ориентиром для нашего возвращения правой руки, а правую руку мы будем откидывать. Все, мы создали позиции, которые будут являться старыми, то есть даже основными. В апдейте мы будем возвращаться к ним постоянно. Так, правая рука наша. Оп. Теперь поворот. Отлично. И теперь единственное, что нам нужно, это создать метод, который будет отвечать за разброс. Чтобы у нас не было такого, что у нас слишком высокая скорострельность, рука не успевает вернуться к следующему выстрелу, нужно будет сделать проверку, если у нас рука вернулась. Еще у нас здесь получается слерпы не работают немного долго, поэтому лучше использовать move towards. Это меньше в плавности, но зато это работает куда лучше. Так, а здесь вот мы проверим. Если он у нас равняется, то есть наша рука вернулась в исходное положение, тогда мы будем добавлять отдачу. Мы к нашему повороту прибавляем не квотернины, а через Yole Angle мы прибавляем ему вектор 3. Здесь указываем мы позицию нашей руки по X, минус наш recoil. И потом прибавляем 0 по Y и 0 по Z. А recoil мы еще будем вот здесь вот назначать, чтобы у нас каждое оружие отдельно отдачей было. Чтобы у каждого оружия была своя отдача. Здесь нам нужен character IK. Но так как у нас у врагов может быть не быть character IK, нам необходимо еще сделать проверку, есть ли он или нет. А когда мы будем брать наше оружие, нам необходимо его еще указать. Посмотрим, как это выглядит. У нас вот не успевает по высоте. А, здесь у нас 20, давайте 50 поставим. Вот так вот оно выглядит. А, либо же мы можем просто уменьшить отдачу. Давайте поставим теперь же 2. Вот так вот слегка дерга, но выглядит. А, либо же мы можем вообще не делать отдачу по высоте, а только по длине. Так, чтобы оружие только назад давало.
Даже если оно вот так вот быстро, мы можем здесь поменьше сделать скорость на 2. И даже если она очень сильная такая отдача, мы можем ее поменьше сделать 0,5. Ну вот так вот уже куда лучше. И слегка по высоте давайте вернем. Recoil, оставим поменьше 1. Что-то это маловато, давайте 2. Ну вот так вот. Здесь уже место, где поиграться. Ну вот 4 уже неплохо. Вот тут же смотрите, если вот поставить скорострельность, например, 1000, то, возможно, даже они не успеют вернуться. Вот. Поэтому надо будет увеличивать скорость. Либо же сделать проверку. Здесь, помимо того, что оно вернулось по позиции, здесь еще сделать проверку, вернулось ли оно по повороту. Либо же просто отдачу меньше делать. Ну, здесь уже ваше дело фантазии. Вот тут вот я словил баг. То, что когда мы переключаем оружие, это дело у нас character input. Вот здесь вот. Нам нужно проверять, помимо того, что мы целимся, проверять еще на reload. И не reload. Потому что вот я только что переключил оружие, у меня забаговало, перезарядка показывается, что она постоянно есть, но она не происходит. Ну вот так вот неплохо. А на этом я закончу свой урок. Если видео было полезно, интересно, подписывайся на канал, чтобы не пропустить остальные видео из курса по созданию шутера третьего лица. Ставь лайк, удачи и пока!